Друзья, как Прометей несет людям свет, так и компании-импортеры из дальних стран готовы привезти нам много всего интересного и вкусного. Здравствуйте, давайте представимся. Какую компанию представляете? Меня зовут Сергей, я представляю компанию MevaFresh. Я являюсь руководителем по импорту данной компании. Мы поставляем нашу продукцию из нескольких азиатских стран, также из Латинской Америки, в частности, это Перу, из азиатских стран это Китай, Вьетнам. Занимаемся экзотикой, в общем. Расскажите, какие виды фруктов вы нам везете? Мы импортируем из Вьетнама экзотические фрукты. Это манго, ланган, питахайю, кокос питьевой, также дуриан. Сразу все вспомнили этот потрясающий запах. Да. Также еще джекфрут и многое другое. Есть что-то мы поставляем самолетами, что-то мы поставляем кораблями до Владивостока, далее грузовым транспортом до Москвы. Все самое вкусное летит самолетом, кроме дуриана? Все самое вкусное, да, летит, конечно же, самолетом. Расскажите, у вас выставка, на нашей выставке есть свой стенд, где можно пообщаться с вашими потенциальными партнерами, рассказать о ваших преимуществах. Да, у нас здесь представлен свой стенд, номер стенда C7007-17. Так что добро пожаловать на наш стенд, все расскажем, подскажем. Пожелаем вам удачи нашей выставке и надеюсь, что ваша работа будет процветать, и мы в нашей холодной осенней России будем есть потрясающие экзотические фрукты и вспоминать вас добрым словом. Спасибо. Спасибо. Всего доброго.